Всем здравствуйте. Работа была проделана колоссально. Работа практически не останавливалась после боя с Вахом. Александр где-то на второй-третий день уже пошел в зал. И в течение всего этого времени стабильно тренировался. Мы даже делали выезд в Таиланд, когда у нас здесь была вспышка, чтобы поменять время, часовой пояс и погоду, потому что здесь у нас свирепствовал грипп. Это нам не надо было. В целом, Саша очень хорошо прибавил ментально, даже как боксер, за это время. Я очень доволен его подготовкой, очень доволен работой всей команды. Я всех благодарю, что мы так хорошо и ладно работали. Этот случай, конечно, что произошел сейчас, надо разбираться и преждевременно заявлять и кого-то обвинять. Но мы надеемся сейчас немного отдохнуть, все это осознать и вперед дальше. А как много нужно времени, чтобы еще на один пик выйти? Зависит от сроков. Ну, знаете, есть свои, скажем так, методы работы, когда... И эта же ситуация у нас прорабатывалась в команде. У нас был один из вариантов развития, что именно так или подобно как-то этому случаю. То есть вы были готовы? Да, что перенос, срыв под любым предлогом, это рассматривалось в команде как ситуация. Спасибо огромное, Иван Крепа, уважаемые друзья.